Мария Донская – заядлый любитель тихой охоты, но таких диковинных грибов не видела ни разу. Внешне саркосома напоминает обуглившийся кекс. За непривлекательной внешностью кроется чудо из чудес. Массово гриб появляется лишь раз в 8-10 лет. Целый котелок, видите? Сейчас только пустой был. В одной кучке все собрали. Студенистая масса внутри гриба считается лекарством едва ли не от всех хворей. Женщины мажут ею лицо и руки ради омолаживающего эффекта. Знатоки пьют натощак, как общеукрепляющее средство. Вот, потом его открывают. Вот. Из-за того, что редко встречается в природе, саркосома шаровидная мало изучена. Микологи говорят, чудодейственные свойства, которые ей приписывают, очень преувеличены. Есть куда более традиционные для нас грибы, которые обладают не меньшим лечебным эффектом. Ну, например, трутовик настоящий, он тоже может вполне заменить этот гриб, саркозому шаровидную. Любые лечебные грибы все равно надо принимать под наблюдением врача и после консультации с врачом. Саркосома занесена в Красную книгу. Собирать ее корзинками не стоит. Извлекать из почвы следует очень осторожно, чтобы не повредить грибницу. Впрочем, идти сейчас в лес за чудом природы уже поздновато. Гриб отошел и в следующий раз появится не раньше, чем через 8 лет.